moldfutbol.com. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. Федерация экспримы их позиция экспусантерор к сусыни где акриария лиги профессионистшивом коллаборашем вито. Сад дискутадишем примуренды акриария он и групп делуку дим партия лиги, каре в акому краку и группу симила дим партия их федерации. Думаю, а факт конускудич, а принципли где активитати а лиги симилари дим Гасаруся, ши а дошла конуштинцы нешти идея, кара усатла база акриери статутлу, проектлу статутлу, ша акордула, кари сунт инкият интри в униония ди футбол дим Гасаруся, ши лига я профессионалист для нас Руси. Сентем оптимист, кума май спус, федерация сусыни, где я кря, где вас лига, ши ее кря, да. Скажите, о чем говорили сегодня эксперты из России, что он скажет? Вы знаете, как бы он говорил очень много, и много его слов было конструктива. Но мы сегодня обсуждали разные вопросы, но как бы отсутствовали часть руководителей или хозяев команд, и мы все же воздержались. И я думаю, что мы еще раз соберемся, наверное, уже в стенах федерации. В принципе, был конструктивный диалог, и вам больше ничего не могу сказать. Спасибо. Deci, chestiunea cea mai importantă a fost delegarea a trei oameni în grupul de lucru care l-a format federația. Și deci acum avem un grup mixt de lucru, Federația și cu Liga, în care vom vorbi despre... Deci în care vom... El a principalele documente. Că șeful grupului din partea Federației este domnul Angel Mihai. Deci de la noi s-au delegat trei oameni. Ei sunt Juravel, Reniță și Chiseliov. Dar, repet, deci asta nu e numărul limitat, deci... Probabil se vor mai fi înaintate, una ori mai multe candidaturi. Noi, în general, acum, fiindcă nu există un organ înregistrat, ne orientăm după primul proces verbal, când au venit 10 oameni și au semnat, și deci nimeni din oamenii ăștia nu și-au retras semnătura deocamdată. Deci oamenii care investesc în fotbal ar vrea să participe la gestiunea a ceea ce numim noi fotbal. Și eu cred că e normal, pentru că ei vor să simte că banii care îi cheltui se gestionează corect în interesul și a ligii și a cluburilor. A fost astăzi un expert din Rusia, despre ce vorbim? Deci expertul din Rusia este omul care a fost invitat să participe la elaborarea documentelor. El, omul respectiv, a lucrat și la constituirea, a lucrat la constituirea două ligi, cele rusești și cele ucrainene, are experiență și, prin urmare, ne ajută să elaborăm niște documente care ar reflecta exact ceea ce doresc membrii ligii. Самое большое достижение, как я считаю, это понимание того, кто хочет создать лигу и кто не хочет создать ее. Но для меня самое важное понимание действительно, чтобы человек пришел и сказал, я не хочу. Но если ты не хочешь, тогда не жалуйся о том, что есть что-то, что тебе потом не нравится. Понимаете, вот это самое важное. Сегодня были представители пяти клубов. Я там понимаю, да, Динамо есть свои сложности с переездами, совсем там, например, министру атаки, не это, да, но есть клубы, которые могут делать заявление, а проехать 30 километров не могут. Вот это четкое понимание, как бы, это самое важное. Самый плюс, который я вижу в лиге, что действительно 10 человек могут сесть и сказать все себе открыто в глаза, а не писать какую-то срань на сайтах и требовать чего-то, непонятно чего. Изначально был подписан протокол
там, не помню, месяц назад, когда мы собирались, по-моему, там 10 или 11. Сегодня, не знаю, в силу каких-то причин технических, кто позвонил, сказал, что там не может, кто, у кого-то еще что-то, у кого-то кто-то в отъезде, как бы. Ну, ничего страшного, мы сделаем еще одну встречу, на которой мы определим, кто за, кто против. Если сегодня федерация сама за то, чтобы создать лигу, не знаю, тогда против. Понимаете, мы хотим создать лигу не в противовес федерации, а для того, чтобы улучшить многие коммерческие вопросы прежде всего, и чтобы действительно собираться и смотреть друг друга правильно в глаза. Ну, человек помогал в организации лиги в России и на Украине, как бы, ну, он рассказал плюсы и минусы и то, с чем, в принципе, можно столкнуться в ближайшие. Ну, он говорит, что нет, такого не было ни в России, ни на Украине, как бы, потому что люди там однозначно все единогласно понимали, что создание лиги это нужно, и это нужно и выгодно всем. Moldfutbol.com. Ultimele știri din fotbal autohton. Pe primul site de fotbal din Moldova.